Я вам показываю процесс, как у нас делается фото или видеосъемка. Это называется «За кадром». Вы готовы? Да. Всем привет, дорогие наши зрители и гости нашего канала. У нас сегодня 29 июля 2024 год. Я выходная, первый день. Саша на работе. Съездила утром в поликлинику, вызвала такси, а обратно я уже возвращалась пешочком. Зашла в церковь. Поставила свечи, заказала 40 уст, поговорила с батюшкой, и он меня проводил. Мы с ним еще на улице немного поговорили, и я уже пошла домой. Зашла потом к Сашиной тете на 10 минут, передохнула, поговорили, и я пошла домой. Домой пришла, меня Юля покормила обедом. И мы с ребятишками решили, что давно не гуляли вместе, и пойдем просто прогуляемся. Юля взяла ведерко, вдруг грибочки найдем. Чудо. Мухомор. Мухоморчик. Каролина с нами за грибами очень редко, потому что она маленькая была. Сейчас она у нас уже подросла, да? 4 года. 4 года. 5 будет в сентябре. Серьга расстегнулась, надо застегнуть. Она не хочет взрослеть, она хочет всегда быть маленькой. Да? В общем, Дима второй раз в жизни видит мухомор. Я много раз видел. Ну, Ярослав с нами чаще за грибами, поэтому ему часто попадаются. Красивый такой стоит, да? Угу. Еще мы нашли ложные шампиньоны. Ну и сыроежки попадают. Пойдемте, пусть он стоит. Кому-нибудь на лекарство, может быть, пригодится. Кто-то собирает их на лекарство. Правда, не знаю зачем, но такое видела. Пока, говорит, мухоморчик. Юлечка у нас, он там по лесу гуляет. Вот такой у нас сосновый бор. Береза попадается, но ее маловато. Мы правильную сторону идем в коммунальник. Правильную сторону в коммунальник? Да. Ну да. Да? Я позвонила Саше. Перемешалась у тебя. Саша уже пообедал. Они сегодня по Домскому там работают. В общем, сегодня у нас такой день прогулочный. Домой, конечно, придем, делами будем заниматься. А, да, и еще нам подарили петуха. Как ты его назвал? Петя. Петя? Петя Петушок? Я его назвала Петя. Тоже Петя назвала? Катя и Петя. Катя и Петя. Шампиньон. Нет, это сыроежка. А-а-а. Подожди. Смотрите, какая маленькая, давай, молодая, подожди, красивая. Надо ее обратно. Зачем? Давай на супчик возьмем. Бабе ведро. Еще есть? Что ты нашел? Это синявка, наверное. Чё? Синий внутри? Не, не ломай, надо ножку подрезать и посмотреть. Давай. Давайте умной камерой наведем, посмотрим, что за гриб. Да. Сейчас я отключусь. Баба, дай ножик. Мам, вот тут сзади мягкая. Так? Да. Да. Потрогаю. Давай потрогаем. Ой, какой нежный, да, грибочек, да? Натя. Тоже смотрите. Давайте. Ярослав где-то вымазался. А, мы, кстати, делали фотографии. Юля нас фотографировала, я их. В общем, фотографии вставим, вам покажем. Всем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Он червивый. Мы идем в коммунальник. Да, в коммунальник идем. Волнушка. Волнушка. А я говорю сыроежка. Волнушка. Пойдемте дальше. Это... Лягушку маленькую увидели. Она прыгает. Ой, тут две. Их тут много, наверное. Юля увидела, показывает ребятишкам. Ой. Они маленькие прыгают. А это грибочек. А нам надо грибочков, да? Звезда моя. На супчик. На супчик. Хозяюшка ты моя, хозяюшка. Хозяюшка. Упрыгали, пойдемте. Пойдемте. Может, еще кого-нибудь встретим. Пойдемте в коммунальник. В коммунальник. Каролине надо в коммунальник. А мы нашли вот такого красавца. Сейчас у меня ножик где-то. Давайте, тут есть. Я. Сейчас, подождите, не спорьте только. Сейчас еще что-нибудь найдем. Давайте на one, two, three, по-честному. Суефа, 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 суефа. Все, проиграл. Непонятно с ним, я его видела. Ну-ка, я думаю, покажи что мне. Это. Так, дальше срезаем, может быть, шляпка целая. И... Ой, сейчас посмотрим, что внутри. Это листочками сейчас так закроем.
Так вот тут. Итак. Целый, да? Целый. Ну все, не разрезай дальше. На супчик возьмем, давай. Блин, там ладно. Ножку уберем и все, на бабушке ведерко. Я думала, что вы его не заметите. А, ты специально нам его оставила, да? Да, ну все, давайте. Пойдемте. Какой красавчик. Какой красавчик, да. Я тоже люблю собирать грибы. Да? Пойдемте. Первый есть грибок. Молодцы. Всем привет, дорогие наши зрители. Привет. И гости нашего канала. На нашем канале уже появляются новые подписчики. Мы вас рады приветствовать. Это наша дочь Каролина. Это наша Юля. Детки ее называют бабулей. Меня зовут Марина, как вы уже узнали. Еще у нас есть два сына, Ярослав и Дима, и муж Саша. Я вам в ролике уже дальше с вами познакомлю, потому что я знаю, что вы не смотрели старые ролики, и в комментариях видела, вы писали. В общем, приятно нам с вами познакомиться. Спасибо большое, что подписываетесь на наш канал, что ставите пальчики вверх, да? Пишите нам комментарии. Спасибо вам большое. Вы нам помогаете продвигать наш канал все дальше и дальше. За счет этого у нас увеличивается публика, зрители, и наш канал растет. Каролиночка сейчас покажет, что же нам пришло в посылке. Показывай свои. У нее там детские лаки. Вот такие вот. И помадка сейчас покажем. Вот такая вот помадка. Беди. Как? Как? Открыть надо? Открывай. Открывай. А? Ну, открывай. Ты так потяни ее. Сложно. Там за одну штучку надо потянуть, и она хорошо откроется. Собаки на улице лают. Надеюсь, не сильно вам будет мешать. Просто очень душно в комнате. Мы окно открыли. Так, Каролинина помадка. Я вам сейчас скажу, сколько она стоит. Так, лак для ногтей на водной основе, то есть безопасно. Одна стоит 119 рублей, другая 95. А, бальзам для губ мороженое стоит 143 рубля. Что, не получается? Давайте я открою. Ну, в общем, пока не открывает, вот такие вот детские лаки на водной основе. Потом еще заказала ребятишкам. Здесь чаще всего это детская зубная паста. Вот такая вот она. Ну-ка, камера. Да, сейчас мы вам покажем. Вот так поближе. Ну-ка, камера. Вот такая. Зубная паста. Со фтором, а это без фтора. Еще для... понюхать. М-м, конфетой пахнет, ну, правда. В общем, еще здесь для Каролины детская мыльная краска. Я у многих видела, но ни разу не покупала. Сейчас мы купили вот такая детская мыльная краска для купания, розовая. А вот это у нас зеленая. В общем, но открывали, вкусно пахнет. Вот такую я себе точилку для карандашей взяла, для подводки и для губ точить. А то я школьные старые точилки себе в косметичку положила. Пока Юля там открыла термокружку. Мы очень часто ездим далеко, выезжаем на дальнее расстояние, и термокружка нам необходима. Вот у Юли в руках. Вот такая. Юля, открой ее, пожалуйста, открути, я покажу, как внутри она выглядит. Здесь прорезиненная. Каролина помогает. Нет, ты не сможешь, дочь. Давай, баба откроет. Ты ее крути. Нет, ты крышку открыла. А теперь ее поворачивай, крути. Как на нашем термосе. Да, это термокружка. С собой в машину очень удобно. Чай у нас, Каролина, такая же чаевница, как и мама. Выглядит вот так. Когда я буду в машине пить. В машине будешь пить. Вот так такую я буду пить. Да. Вот такую вот себе взяла кисточку для губ, для лица, для пудры. Освежитель воздуха. Сейчас поближе покажу. Эта камера вообще чуть плохо снимает. Освежитель воздуха. Поставим его. Это Саше в автомобиль салфетки. Мы такие уже брали несколько раз. Это что такое? Спрей для волос. Спрей для волос. Для легкого расчесывания волос. Кастрюлю будем сейчас показывать. У нас такая сковорода есть, да. Очень удобно, кстати, на ней яйца жарить, да?
Да. Мы на завтрак всегда на ней готовим омлет, а яйцо. Перегорела. Кто? Она немножко перегорела. Ну, баба проглядела чуть-чуть, ну. Немножко там. Видите, Каролиночка у нас уже все знает. Все подскажет, все расскажет. Молодец. Не стесняется. Это самое главное, она хорошо очень общается с детками. Смотрите, она с чехлом. Хорошая посуда. Можешь чехол снять. Вот такая поближе кастрюля. В общем, я вам сейчас ее в каталоге покажу. Вот. Вот такую мы взяли кастрюлю. Видите, набор. Еще хотим себе приобрести вок. Вот такую. Очень неудобно. Вот такая же. Коворотка. Угу. Каролина сняла чехол. Красивая посуда вообще. До короли на резинку похоже, да? Ей все надо. А еще там с Каролиной мы взяли себе зеркальце, да? С подсветкой. Мне маленькое, а тебе большое. Да. У нас же такое же было. Но у нас она есть. Там подставка сломалась. Ну да, подставка сломалась. Соня прыгнула с окна. И, получается, на окне стояло зеркало, и оно упало. Хорошо, что не разбилось, а сама вот эта подставка, то есть уже ее не сделать. Она отломилась. Да? Ее убрали. Да, это маленькое увеличительное зеркало. А там большое идет. В общем, у нас еще тут вот такой каталог, мы потом полистаем. И нам еще положили вот такие. Ну, чтобы это, присоски. Вот такие вот купоны на скидку 50% на товар. И здесь у нас прям сколько? Ну, штук, наверное, 10 положили. Спасибо большое. Хорошая вот подставочка. Утка высокая. Она увеличительная, да? Там батарейки с обратной стороны надо будет поставить. Да. В двух местах, сверху и снизу, открывается. Подставка крутится, вращается. И вот это на присоске увеличительное зеркало. Да. Ты меня хочешь показать? Заляпанная. А протереть. На липучках, но она на присосках. Еще Каролине мы заехали, были в Ленте. Заехали, купили вот такие вот ей тапочки. На кроссовках, в общем, у нее размер 27, они чуть-чуть маловато. Мы берем ей 28. Но получилось так, что я взяла 27-28. Неправильно, дочь, не на ту ножку. Ты что? Скажешь, что ты не умеешь обуваться? Давай. Да, вот, 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 айда. Я поставила, иди аккуратно. Только не упади. И они, сейчас я вам покажу, насколько большеваты. Надо было брать поменьше. Да? Да? Давай вот так вот от ножки. А мы сейчас покажем, какие мы тебе кроссовки купили. Вот, видите, насколько ей много. Ей надо было, наверное, 25-26 размер брать. Для девочек больших. Но мы сейчас покажем вторые кроссовки, которые мы тебе вот буквально пару дней назад купили, да? Купили. Конечно, хорошо. Ну, я говорю, ну что, теперь будут лежать на следующий год. Уберу их аккуратно в коробочку и все. В общем, а стоили они 500 рублей без рубля. 499 рублей. Вот эти открываются, можно переклепывать их в разные места. Мам, а можно туда кофе наливать? Не, я не буду кофе туда. Я же кофе не пью. У нас баба кофе только пьет. И тетя Оля. У нас больше никто кофе не пьет. Ну-ка, туда можно еще наливать и кофе. Ну, можно наливать кофе, но мы больше всего чай наливаем. И больше всего водичку. И больше всего водичку, да. Баба Юля у нас кофе в других стаканчиках она берет, подставку себе а ставит. Так, ты мне вот так откроешь, я буду пить, потом закрою. Конечно. Желаем вам всем отличного настроения, всего самого наилучшего. Будем сейчас разбирать свои посылочки, да? Убирать по местам, косметику к косметике, вещи к вещам, посуду к посуде. В общем, увидимся с вами через секунду, но уже в другом влоге. Мы пришли домой из леса, отдохнули, полежали. Потом что мы сделали? Покушали, попили чай. Ага, муха летает у нас, да, залетела. Окно было открыто. Теперь надо сходить на первый этаж и взять хлопушку. И все, да? Чтоб муха нас не беспокоила. Мы вам в ролике сказали о том, что покажем Каролине кроссовки, которые купили. Так и не показали. В общем, сейчас покажу поближе вам их. Вот такие вот кроссовочки. Цена их 799 рублей.
размер 28, и они Каролине вообще хорошо. Здесь надо ниточку подпаять. Вот так они вот симпатично выглядят. Вот они 28 размер вот у Каролины. А взяли мы, скажи, тапочки, да? Они большие нам. Ну ничего, пусть лежат, да? Нога вырастет, потом будем носить. Другие купим? Да. Да? В общем, вот такие кроссовки взяли Ярославу. Вот такой вот 36 размер. Они чуть-чуть ему, чуть-чуть большеваты. Диме они впритык. Стоят они тоже, сколько тут? 999 рублей. В общем, вот такие. Но Дима сказал, я бы тоже себе такие бы взял. Ну, вот именно вот расцветку. Такие вот кроссовки. Ну, посмотрим. Поедем в следующий раз в город. С носками? Хозяюшка ты моя, все она понимает. Каролине взяли вот такой вот джинсовый комбинезон. В общем, стоит он так 899 рублей. Вот. Да, вот цена написана. Ростовка у нее 110. В общем, Каролине мерили и вот так чуть-чуть подворачивали немножко. Так симпатично смотрится, да, Каролина? Вот так вот тут. Вот. Давай накинем. Сейчас. Вот так вот тут. Вот. Ну, держи вот здесь вот. Нет, ручками держи. Ручками. Сейчас. Вот так. Вот, в принципе, большеват. Получается, надо подворачивать. Еще мы, в общем, взяли вот такой вот школьный портфель. Ярославу на запас. Почему на запас? Потому что у него с первого класса портфель в хорошем состоянии. Но внутри там такой подклад немножко как бы начинает расходиться. И мы взяли, он в принципе недорогой. Стоит он 699 рублей. Вот. Поэтому на всякий случай подсветка у меня села. В общем, вот такие у нас были покупочки, да? Мы с вами увидимся совсем скоро. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.